Это за лед. Да, за лед. Да. Ой, снизу порвано. Нам хватает единственное, что воды нет. Уже свет, мы уже как-то, воды нет. И моющих вот это, ну вот выпросила, дали мне бутылочку. Ну что это, я хотела на колхоз взять, конечно, чтобы постираться, помыться. Дождевой водой все делаем. Ну что ты. Со слезами благодарим их, спасибо огромное. Хлебушек возят, все-таки хоть что-то дают. Так известно как. Та ну, раніше було трошки страшнувато, а зараз вже звикли, вже, як можна сказати, уваги не звертаєш. Ну, було, буває всяке, що ж, як кажуть, на кожного буває свій снаряд, свій патрон. Ну, що буде, то буде, хлопці, ну, а що робити? Чого не краще, все буде Україна, перемога за нами. А весь район, так вот с этого района только 10% может быть домов целых. Остальные видно, что попали ракеты и неоднократно. То есть там оно не получается так, как говорится, в одну воронку 10 раз не падает. Нет, здесь уничтожение так же, как и по Бахмуту. Я ехал, что видел, что дома уничтожали полностью все. Да, это не тяжелый, он тяжелый. А вот это между ног стало. Юра, на, пристегни, побудь здесь секунду, я сейчас пойду, что там. За что это нам, людям, которые, ну, совершенно ни к чему не причастны? Совершенно. Вот мне сейчас исполнилось 60 лет. Всю жизнь, что я пытался сделать своими руками, все, я же флешечку не мог забрать оттуда. Ну, то есть дом мне не дали зайти.